Здравствуйте, мои дорогие зрители! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я хочу рассказать вам об огурцах тайских, показать их и продемонстрировать, как я прочистила от пасынков. Ну, не буду показывать всю, а часть теплицы. Сегодня села тут с утречка и убрала. По большей мере пасынки были убраны еще при подвязывании огурчиков, но не все было вычищено. А сейчас, ну, во всяком случае, на уровне практически метра уже все отсутствует. Это кономор тут. Вот. Уже сегодня второй сбор был, так что полная миска огурцов. Кажется, сейчас уже, когда зелени стало меньше, то что ж тут получится? Еще из-под шпината лежит. Вот. Тут и куражи. Завязи висят. Ну, надеюсь, что все будет как следует. Это листья, смоченные табачной пылью от всяческих поражений. Это тут у нас сын стал практиковать опрыскивание, но думаю, что завтра должен прийти аккумуляторный опрыскиватель. Заказывали в интернет-магазине, и этот процесс пойдет быстрее. Ну вот, до тайского огурца дошли. Сначала срезала, а потом думаю, ну что ж я срезала-то? Надо было показать, как это дело выглядело на кустике. В прошлый раз, в прошлом видео, когда о первом сборе огурчиков шла речь, я показывала, как они небольшенькие висели, и было сказано, что дня два пройдет, и огурцы достигнут своего нормального размера. Так что вот они, огурцы, они практически бесшипые, небольшенькие прям шипчики, светло-светло-зеленые, очень-очень вкусные, прям буквально сладенькие. Так что срежу сейчас и второй. И попробуем первые тайские огурчики. Очень хорошо, что они тоже оказались из породы паттернокарпических. Вот сразу завязи висят. Все пасыночки убраны. Вот тот, который недогляденный остался. Оставила первый листик. И на нем огурчик. Но остальное будет развиваться путем, который и должен быть. И вот второй тут огурец. Это тоже тайский. Он поменьше, потому что сидящий тут ранее погиб, к сожалению. Что-то вот этот желтоватенький немножечко. Надо что-то с ним поработать, посмотреть. Ну вот. Это второй тайский огурчик. Дыня, к сожалению, в противоположном углу пропала. Там тоже тайские зернышки посеяли. Будем надеяться, что быстренько они взойдут и будет расти молоденький огурец. Ну, молоденький по сравнению с тем, что вот здесь находится. Так что огурцы, слава богу, начались. Будем продолжать заботиться, будем продолжать радоваться урожаем. Будем в свежем виде есть. Когда-то начнется и консервирование. Тут вот томатики надо. Вон Надюня. Надюшка, держи тайский огурчик. Он колючий? Ну, немножко. Немножечко колючий. Поздоровайся. Здравствуйте, мои дорогие родители. Здравствуйте, наша покусанная Надюшка. Подними голову-то. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Вот сегодня у нас такая грусть пришла. Что пришла? Грусть. Какая грусть? Ну, на помидорах. Ага, на помидорах. Она мне все ходит и показывает вот эту грусть. Это Вова Путин тут у нас висит. Так что, если Сания смотрит из Оренбургской области, то это ее. А это помытый? Ее, вот он, Вова Путин, с буквой С, от Сани. Так что привет большой, а также и от помидора. Вот,
Огурец еще не помытый, помыть надо будет. Ну все, а на этом. Помытые? Ну еще пока никакие не помытые, еще только собранные, дом унесенные. А почему маленькие? Попрощайся, потому что еще не доросли. Ну, до свидания, всего хорошего, забейте. Вот. Ну, до свидания. Хороших урожаев всем. Всем хороших урожаев. Всего доброго. Всего доброго.